Это один из моих самых любимых пирогов. Песочная основа, груши, миндаль – все это придает тарту неповторимый вкус и аромат, а к одним из главных его преимуществ можно отнести легкость готовки. Для тех, кто соскучился по фруктовым пирогам, предлагаю узнать, как приготовить грушевый тарт с миндалем. Груши можно заменить на яблоки. Если вам так нравится больше, также можно смазать пирог вареньем, а миндаль заменить на другие орехи. Но именно тарт с грушами и миндалем является моим самым любимым. Попробуйте и вы, не пожалеете. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Подготовьте все необходимое для песочной основы. 2. Высыпьте в миску муку, разотрите ее со сливочным маслом, добавьте яйцо и холодную воду. 3. Вымесите тесто, поместите его в пленку, оставьте в холодильнике на 30 минут. 4. Раскатайте тесто в пласт размером с форму, равномерно распределите тесто в форме, сформировав края. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Накалите дно вилкой, застелите пергаментную бумагу и засыпьте в форму металлические шарики, горох, фасоль или монеты, оставьте в холодильнике на 15-20 минут. 6. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут, выньте наполнитель и выпекайте еще 5 минут до золотистого цвета. 7. Подготовьте необходимые для начинки ингредиенты. 8. Высыпьте в миску измельченный миндаль, масло и сахар, разотрите в крошку. 9. Добавьте желток и взбитые в крепкую пену белки, перемешайте. 10. Выложите начинку на ранее подготовленную основу. 11. Выложите сверху нарезанные пластинками груши, выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 55 минут. 12. Тарт готов, приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Холодная вода, 2-3 столовые ложек, соль, 3-4 столовые ложки, сливочное масло холодное, 155 грамм, 90 г в тесто, 65 г в начинку, мука, 150 грамм, яичный желток, 1 штука, в тесто, яйцо, 1 штука, яичный белок, 1 штука, груша, 3 штуки, сахар, 50 грамм, миндаль, 115 грамм, ванилин, 1 по вкусу, количество порций, 6-8. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Заходите на канал снова, котятки.